Всем привет! Вы на канале Крипто Даша, и здесь на своем канале я делаю обзоры на различные проекты из мира криптовалют. И сегодня для обзора я для вас нашла интересный проект, называется он Panda Crypto. Но перед тем, как приступить к обзору, я напоминаю, что на своем канале я никогда никого не призываю инвестировать. Я только знакомлю вас с проектом, поэтому куда вложить свои деньги, вы решаете только сами. Итак, Panda Crypto, у них самый симпатичный мем-токен в экосистеме Solana. Купить их токен можно уже на Raydium, Raydium DEX и DEX Lab. Также их токен включен в список Nomix. Купить их токен очень просто. Для этого необходимо создать кошелек Solana, и они рекомендуют кошелек Solid, и отправить SOL на адрес своего кошелька. Конвертируйте средства в USDC на централизованной или децентрализованной бирже, такой как Raydium, Orca или Step. Далее отправляйте свои USDC на адрес своего кошелька. И теперь вы можете легко обменять токен Panda, используя свои токены USDC. И, конечно же, не забываем про комиссию за транзакцию. Далее посмотрим их токеномику. Здесь общее предложение составляет 10 миллиардов токенов Panda. На маркетинг выделено 20%, на airdrop 10%, на сжигание токенов 10%, на команду идет 20% и на стейкинг идет 40%. Также на сайте проекта есть дорожная карта, где есть все планы по развитию проекта. Итак, здесь на ноябрь запланирована раздача пользователям, чтобы пользователи знали больше о PandaCoin. На январь 2022 года запланирован выпуск системы ставок, где пользователи смогут зарабатывать монеты, просто удерживая токен Panda. На март 2022 года запланировано выпустить систему AMM и предоставить пул ликвидности. Также они планируют купить токен Panda обратно и сжечь его, чтобы уменьшить предложение. И, конечно же, чтобы оставаться всегда на связи, у проекта есть сообщество в Twitter, Telegram, Discord и Medium. Присоединившись, всегда можно следить за обновлениями проекта, за его развитием, а также быть в курсе всех актуальных новостей и не упускать раздачи от проекта. Поэтому вся дополнительная информация есть в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на мой канал, пиши комментарии. И увидимся уже в следующем видео. Всем пока!